Здравствуйте, дорогие друзья и единомышленники, московское время 20 часов 28 минут. Семнадцатое число, 9 месяц. Сегодня торжественный момент. Открываем часовую мастерскую. Так-с. Ну, по порядку. Вот легендарнейшие часы Монтана. Так сказать, одни из первых. Написано 16 мелодий, но они не 16 мелодий. Меньше. Орел. Что, послушаем? Могу я так вот, давайте вот так. Так, это вот такая модель дни недели. Высвечивается. Так. По-моему, вот до них была вот такая модель. Дни недели подчеркивалась. Музыкальный процессор другой. О них будет кино попозже. Включать пока не будем. Так что вот еще такой вариант. Название, может быть, была не Монтана. Написано 8 мелодий. Модуль вообще отличается от всех остальных. Даже у меня толщина примерно такая. Вот еще такие часики тоже с подчеркиванием. Мелодии совсем другие. Кино будет тоже отдельно. Арес. Так, вот это чудо неизвестной породы. Написано 7 мелодий с Хронос, спорт. Но то, что точно не Монтана, это да, там уж и шильдик совсем мало. У меня были Левис такие примерно. Механизм вообще отличается от монтановских. Еще тут у нас... Никакого тут орла нет, тут совсем маленько другое. Такие часики, тоже будет кино. Текс. Вот. Раз, два, три, четыре, пять. И вот электроника 77А. Я их причислил тоже к Монтане. Почему? Вы поймете, когда будет фильм именно про них. И вот, кстати, про эти тоже. Хоть и написано электроника Made in Беларусь. Не все так просто, как кажется. Так что у нас это пилотный выпуск. Будем потихоньку рассказывать. Кстати, такие мне обещали советские Моден СССР. Если достану, сравним, куда скатилась часовая промышленность за 30 лет. Ну, в общем, как-то так. Ну, еще давайте еще напоследок послушаем что-нибудь.
Нет. Как у нас работает подсветочка? Что-то я уже смутно представлю. По-моему, она хоть лампочкой светится, по-моему, там ничего не видно. Так, кинескоп. Что-то тут само засвечивает. Ну да. Лампочка светится, но практически ничего не видно. Может быть, еще это батарейка. Тут комплекты не очень свежие. Все подкупим, все покажем. Ну, в общем, до новых встреч, дорогие друзья. Предложение обещает быть интересным.